Всем привет! Сейчас я вам покажу. Всем привет! Меня зовут Маркс Двигов. Сейчас я вам покажу, как установить DJIN демо, который мы используем на уроках. Здесь два файла. Один такой более старенький. Вот. А этот более новый. Сейчас покажу, в чем разница. И мы установим второй файл или первый, без разницы, так, чтобы у нас не возникало каких-либо ошибок. Для этого необходимо запустить этот файл. Он нам предложит, конечно, русский. Далее. Вот смотрите. В первом файле обычно у всех горит ОК, а четвертый не горит. А поэтому, если он у вас не горит, и вы не можете его скачать, то устанавливайте первый. Понятно. Далее. Вот эту директорию нужно поменять, чтобы не создавать какие-то специальные настройки. Обзор. Выбираем пользователи. Выбираем тот пользователь, под которым вы сидите, а он обычно с человечком. И выбираем рабочий стол, чтобы программа устанавливалась на рабочий. Далее. Не обязательно переименовывать. Далее. Создайте иконки. Можете запустить сразу. Далее. Установить. Теперь у нас устанавливается. Теперь свернем окно и посмотрим, что у нас вот здесь есть эта папка. Ну и, соответственно, сейчас появится логотип, иконка Джина. Вот она. Архив этот взять можно. Внизу будет ссылочка. И для тех, кто знает пароль, тому повезло. Те, кто не знает, должны обратиться ко мне за этим паролем от архива. Завершить. Теперь он сейчас у нас запустится, откроется. Он нам сообщит о том, что это демо-версия, какие у нее есть ограничения. На самом деле у программы в демо-версии порой больше функций, чем у других на радиостанциях. Не каждый может позволить, здесь соглашаемся, не каждый может позволить себе некоторые модули. Здесь же все модули, которые возможны в этой версии. Открывается у нас такое окно, вы можете создать демо-расписание, посмотреть, что это такое. Давайте создадим, посмотрим. Больше не спрашивают, чтобы нам не надоедала эта надпись. И скажем yes. Окей. Вот и все. Теперь можно пользоваться и учиться. Самое главное. Окей, на этом все. Следующий урок я запишу для того, чтобы показать, как создать разметку в файле. Договорились? До новых встреч!